вами снова Юля и добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео будет посвящено, чем же занять себя летом. Лето куча свободного времени. И в большинстве случаев не понимаешь, чем же себя занять или развлечь, чем себя заинтересовать. Ну, просто ты понимаешь, что тебе нечем заняться. И сегодня я подобрала, скажем так, топ идеи, чем занять себя летом. Ну, и перед просмотром этого видео влепите лайкосик, про колокольчик не забываем, про кнопочку подписаться. Если все это сделали, то мы переходим к самим идеям. Ну и первая, на мой взгляд, идея, которая является самой крутой этим летом, это сходить погулять. Позовите своих друзей, подруг, сестер, братьев, не знаю, кого хотите, того и зовите. Ну, если вам не с кем гулять, возьмите наушники, возьмите вашу любимую музыку и топайте куда-нибудь вперед, слушайте, наслаждайтесь своей любимой музыкой и просто проводите как можно больше времени на улице. Поиграйте в компьютерные игры или поиграйте во что-нибудь на планшете. Ну, в общем, установите или скачайте какую-нибудь интересную игру, там, стратегии, еще что-то. Например, для меня игра, которая убивает просто тупо все время, это Sims. Я сажусь с утра и могу выйти с ней с утра. То есть она просто убивает все свободное время. Для вас может быть это другая игра. Если у вас нет идей, то, конечно же, возьмите игру Sims. Она убивает просто, повторюсь, очень-очень много времени, но в то же время в нее просто интересно играть. При этом очень много свободного времени. И это свободное время можно посвятить уборке. Да, вы не ослышались. Можно разобрать свои шкафы, выкинуть или отдать старые вещи, которые вот просто хламятся. Ну, жалко вам их выбросить. Просто сложите в коробочку вещи, с которыми вы готовы распрощаться, но вам все-таки вот где-то в глубине души жалко отдавать или выбрасывать ту или иную вещь. Положите в коробку. Если за неделю, за две вы ее не возьмете из этой коробки, то смело распрощайтесь с ней. Также можно разобрать какие-нибудь кладовые, какие-нибудь сараи, гаражи. Время много, вы можете посвятить полезному делу, и места станет больше, и вы займете себя чем-то. Возьмите и посмотрите какой-нибудь сериал, который желательно, чтобы он был многосезонный, чтобы все свое время отдавать этому сериалу. Встали с утра, посмотрели сериал, поделали какие-то домашние дела. Опять на час, на полтора сели, посмотрели сериал. Опять пошли, поделали что-то, позанимались, там сходили погулять. И опять вечером вернулись, посмотрели сериал. Но только не увлекайтесь летом, не сбейте режим. Ведь потом нужно очень будет долго привыкать опять к прошлому режиму. Так что возьмите какой-нибудь сериал и начните его смотреть. Если те пункты, которые я назвала ранее, не подходят вам, то, возможно, этот пункт именно для вас. Заведите себе какое-нибудь хобби. Например, научитесь играть на гитаре. Ведь процесс обучения на этом музыкальном инструменте довольно непростой. Обучение, плюс тренировка, еще какие-то навыки. Это может тратить очень и очень много свободного времени. Плюсы в этом вы можете брать там гитару, походы какие-нибудь, еще куда-то. И превратить скучный пикник в какие-нибудь веселые посиделки. Ну, и гитара это образно, так, если вам она не нравится, или вы уже умеете играть на этом музыкальном инструменте, найдите себе любое хобби, там, танцы, скрипка, футбол, очень,
очень много есть хобби, которое придет, ну, которое может прийти вам по душе. Сходить в поход. Мне кажется, это очень увлекательное и интересное занятие. Возьмите подруг, не знаю, там, друзей, родственников, маму, папу, молодого человека и сходите с ними в поход. Возьмите с собой мячик волейбольный, там, футбольный, бадминтон, еще что-нибудь, что вам нравится. И поиграйте в походе, устройте пикник, возьмите книгу, почитайте на природе, возьмите краски и кисти, нарисуйте, изобразите красоту природы. В общем, сходить в поход, мне кажется, это самое крутое и самое увлекательное занятие из всех прошлых. Ну что ж, ребята, это видео подошло к концу. Если оно вам понравилось, поставьте пальчики вверх, подпишитесь на канал, колокольчик, ну, в общем, вы все знаете. Не знаю, мне кажется, что это видео немного спонтанное, необдуманное, но мне захотелось выпустить его. Я подобрала идеи, мне показалось, что вот именно эти идеи будут скрашивать свободное время этим летом, будут вас интересовать и будут вам интересны. Пишите свое мнение в комментариях, ведь может у вас какие-нибудь свои идеи, свое мнение, как же провести это время не скучно, чем же себя занять. Пишите, обязательно почитаю, может быть, по вашим комментариям сниму следующее видео. Может быть, будет это интересно. Ну что ж, ребята, я не буду вас больше задерживать. Всем удачи, всем пока, всем хорошего настроения. Пока!